Привет! С вами Елена, и я очень рада нашей новой встрече. Как дела? Надеюсь, все отлично. Как настроение? Надеюсь, просто замечательное. Today I want to tell you the Russian folk fairy tale Репка. The words which you need, you can watch on this page. Репка. Посадил. Дед. Выросла. Большая-пребольшая. Тянет, подтянет, вытянуть, не может, позвал, бабка, внучка, жучка, кошка, мышка. Посадил дед репку, выросла репка большая-пребольшая. Тянет дед репку, потянет, а вытянуть не может. Позвал дед бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, а вытянуть не могут. Позвала бабка внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, а вытянуть не могут. Позвала внучка жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, а вытянуть не могут. Позвала жучка кошку. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, а вытянуть не могут. Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут и вытянули репку. Ура! Любите и будьте любимы, и будьте счастливы. С вами была Елена. Пока-пока и до новых встреч!